Здорово, друзья! С вами Миронов Сергей. Жиронов Сергей с вами. О, мопед мне навстречу едет. Фу. Ну как вы, друзья? Здорово, здорово. Машина едут, тишина. Я решил... Черт, не успел. Что там было написано? Кто-то мне передал привет. Меня не видно, потому что это не мой на самом деле загар, а это просто ночь. Вот сейчас фонарь будет, меня будет становиться чуть лучше видно. Уже будет силуэт. Жирком борюсь, он уходит в минус. Привет, Москва. Привет, все остальные. Как вам моя бандана? Крутяк. Такие дела. Процент жира не мерю. Скинул пока 2-3 килограмма. Талия, сантиметрик, наверное, ушел. Тесто не ставлю. Трансформация проходит. Здравствуйте. Здравствуйте новоприбывшим. И что? Завтра выйдет новый выпуск для Сережных новостей. Кто их ждал, напишите в комментарии. Ура! Ха-ха-ха. Ура! Все. Конец. Ура! О, отлично. Кто-то ждет. Рост 187. Привет, Майорка. О! О, смотрите, кого я встретил. Че такой довольный? Мы хотели прийти к тебе в гости. Да? Ну да. А я вас опередил и пришел в гости к вам в магазин. Ну что там, как тебя называется-то сейчас эфир? Не знаю, ночь. Вас заперископить? Нет, нас не надо. Все, вы попались. Не надо, правда. Узнает он. Ладно. И на ютубе появится. Надеюсь, нас такие наших подписчиков. Опоздали. И снова опоздали, уже все слышали. Ну ладно. Опоздали. Надеюсь, тут хорошая связь, и вы что, и все увидели. И увидели очень хороших людей, на самом деле. Да? Я вижу по вам, что вы очень хорошие. Ну, перископ это такая штука, это зацепали его. Тем более, когда 30 тысяч подписчиков. Ну ладно, у меня больше. Да? Ты выиграл. Давай селфи. Раз, так, у меня там сколько сейчас человек смотрит? Еще мало уже. У меня по полторы тысячи, поэтому я тебе говорю. Все, уехал. Круто, уехала, да? Звезда перископа. Вот, друзья, вот так вот здесь в Таиланде. Баба там, слышишь, по перископу, она нас сделала. Типа, кто? Че? Сучка, сколько у тебя подписчиков? Почему смотрит всего 300 человек? Так мало. О, еще арабы еще дают, приехал к нам на крутых байках. Бля, охуенно на байке. Ну да, здоровый. Серег, покажи наш байк. И вот наш байк. Вот, два бегают. Гоша запрягает их. А это вот нормальные байки? Наш байк. Нормальные байки? Наш байк. И в них хочу уже не тот. Кто хочу? Я же не хочу. Ну что, мы тебя хотели забрать. И куда? На берег. На берег, кстати. Еще там на берегу. Встречать рассвет. Блин, вообще нормальный байк. Симакс. Это те же самые, как это Honda, а есть Yamaha. Дай газа, блядь. Такой маленький. Ему на нашем надо ездить. Ты чуть-чуть побыл, у тебя чуть-чуть зависти, Серега? У кого? Вот сейчас. Что у девочки больше подписчиков? А, у этих? Что, мотик у них круче? Да, крутые мотики какие-то.
Видите, приехали супер чиксы там какие-то. Да, звезды. Собак подавилась. Парни какие-то, зубы белые все, да. Бородки ровные. Ну да. И мы стоим, два толстяка. И мы пришли тут. Ну ладно, чуть-чуть битулька, слышишь? Чуть-чуть бил. Хоть банка зато есть. Нормально. Нормально. Стоит один аран, другой тюльпан. И пачка. Пачка, иди сюда, посвети орехом. Давай, да, пачку, да. Посвети ты орешку, что ли. Хоть у нас есть девочки, смотрите, видали? Вон еще две сучки. Видали? Видали? Сучки? Красивые. Смотри, сучка же. Красивые ноги у нас есть. Че ты мне собак-то этих снимать, когда есть пачки на ноги? Надо снизу снимать, они будут казаться еще больше, наверное. Толщай мои ножки ровно. Ну, давай, походи, что-нибудь сделай. Черт, собака опять лезет в кадр. Что ты лезешь? Ты походи. Что ты лезешь? Теперь ты ходи. Нормальные ноги. Перископ помещается 1500? Ноги, это же красиво. Перископ, да и 10 влезает. Все зависит от этого. Такие, друзья, дела. Ну что у вас? Как у вас? Все хорошо? У меня все меньше щек. Покажи, Серег, что можно съесть? Что мы обычно брали в магазине? В магазине? Сейчас мы пройдем, сделаем вам обзор по магазину. Конечно. Хотите? Хотите? Пишите. Да, хотим, хотим. Так, в первую очередь дядя Сережа заходил сюда и брал мороженое. Вот они. Магнум. Цена, вот Серег. Магнум 40-50 стоит. Бат. Оно мороженое 120 рублей. Ну, на старые бабки. Что еще? О, вот такая для похудения. Коробочка. Чтобы они видели, да, нас? Насколько это коробочка. Вот такую можно. Вот такую можно в день углеводов съесть. Да, что тут у нас? Интересно. Алоэ, а? Алоэ. Потом мой вариант. Это Георгиевский. И... Не, вот это, вот это. Вот второй вариант. Таких 4 штуки. Гоша любит чипсоны. Да. Да я не чипсы люблю, а соль. Да. Соль любит. Соль ест. Равен бат 35. Туда бат ты за ними пришел? Не, я пришел за семечками вообще. Здесь очень кайфовые семечки. Аленка, или за кузнечиками. Аленка мне подсказала. Да, маринованные. Сырные кузнечики. Кто-нибудь хочет с кузнецов? Мы разыграем. Сырных, со вкусом сыра кузнецов. Вот. Алена, девочка-бикинистка, мне подсказала, что вот эти семечки очень вкусные. И я теперь на них, сука, тоже подсел. Давай новые попробуй, вот эти. Тыквенные? Арбузные тебе не понравились? Арбузные невкусные. Арбузные кто-нибудь пробовал семечки? Они невкусные. Их зубы сломаешь. Да, их горох. Крикнуть, дядя Сережа. Горох. Горох еще. Каким чертом? Чтобы они нас нашли потом? Нашли, да. Девочка там палево. У девочки палево. Ты что, ее заметит? Ее там мужик увидит, что она с каким-то хером с бородкой ездит на байке. Все. Получит по жопе. Может быть, не по жопе. Ну что нам надо? Чем мы сюда приперлись? Семечек купить? Семечек, да. А ты что хотел купить? Ну, мы уже купили. Все купили? Ну ладно. А, я, молока. Молока я еще хотел купить. Знаешь, что она предлагает? Она очень пиццу хочет. Что? Пачка? Пачка. А где ты хочешь купить пиццу? Какой-то кафе. Где купить пиццу в час ночи? Пицца? Бывает пицца? В час ночи где? Здесь, в Севене? Да здесь же кафешек, вот, короче. Да хер знает, они же все бухательные кафе. Стриптиз, хохлушками, че? Батипс, батипс, вот опять батипс. Нет, вот. Да, веган. Веган? А, вот веган. Не. А, ну это да, наверное. Ну там что написано? Порк. А, да. В этом нет вегана этих. Hello. Оп. Все, ничего не надо больше покупать. Сигареты? Как сигарет? 52. Оп, тайский бат видели когда-нибудь?
Это царь. Царь Кин. 50 бат. Семечки и пол-литра обезжиренного молока я взял. Ты в 7.11? Что там в 7.11? Thank you. Да. Goodbye. Щелчочка? Сейчас занята рука. Рука занята. О, какой жук. Это оса. О, ну что там, друзья, хорошего у вас? Гош там про это самое. Ладно, давайте покажу вам бицули, щелкану. И пойду грызть свои семечки. И пить молочко без жира. Вот, банка. Вот, щелчочек. И всем мир, всем удачного настроения, всем пока. И смотрите новости на моем канале втором Fit TV. Новости фитнеса и так.